Сегодня будем играть в Unforgiving. Насколько я помню, эта игра вышла еще, по-моему, осенью. Она провалялась у меня в виш-листе до конца января, и вот только совсем недавно мне напомнили, что, видимо, я собирался в нее поиграть, раз она лежала у меня в виш-листе в Стиме, потому что там именно обычно проекты для видоса располагаются. Ну и, наконец-то, руки дошли. Это, как я понял из описания, не просто говнохоррор какой-то на Unity, это полноценная игра, переведенная на десяток языков точно. Но только субтитры и озвучка, кажется, шведами выполнена. Но они, собственно, и разработчики. Так что я думаю, что вы не против, если я сегодня буду вашим одноголосым гнусавым переводчиком из 90-х. Не надо писать мне в комментах, что я даун и все неправильно перевел. Я, между прочим, курсы для дошкольников по английскому заканчивал, когда мне было 22, так что поехали. Бля, уже страшно. Алло, это Лукас, здорово. Ну, я думаю, тут есть субтитры русские, но я их не включил. Я вам все сам переведу, не ссыть. Мы на большом расстоянии от города... Блять, не успел. Немного сыро, но не страшно. Не, я аккуратен, тебе не о чем беспокоиться. Да, я знаю, но ты можешь спокойно отдохнуть. Я был здесь before, блять, я был здесь раньше, и я знаю, в общем, что нужно делать. Я все это знаю. Я, кажись, тоже знаю, что надо делать. Лови, блять. Ой. Ой, он, походу, умер. Быстрее поднять щиты в комментах за Лукаса. Быстрее, Blesser NG Лукас. Куда ты, блять, делась? Где? Где ты, черт тебя ебал, в жопу, сука? Вот, он выжил, видали, вы его спасли. Я думал, это кто-то другой. Молитвы помогли, а вы не верили. Какого черта, что ты сделала? Ты разбила мою машину. Я, ты какого хуя делаешь? Ты меня похитил. Я тебя не похищал. Лука, что происходит? Я пытался помочь тебе. Мы были на пути в хижину, окей, и ты бы не согласилась ехать, если бы знала это. Почему это? Томно вздыхает от ее тупости. Потому что у тебя есть проблемы. Ты что, серьезно? Да, у нас есть проблемы. Ты одна пиздецки большая лысая проблема. Застряли в лесу посреди хуй знает чего с моим ебланом братом, вот это проблема. Я просто хотел помочь, но ты со своей помощью можешь идти нахуй, Лукас. Неважно, я... Головка от лысого червя. Окей, в любом случае нам нужно выдвигаться. Чем быстрее мы, в общем, отсюда уйдем, тем лучше. Полностью согласен, даже с моим уебищным переводом и так понятно, что здесь... Стемнело. И я ничего не вижу, сейчас в настройках. Да стой, сука, смотрите, он уходит. Сейчас я попробую яркость. А, вот она, окей. Сейчас будет светлее и, по идее, больше видно. Потому что, ну, вы сами понимаете, сердце слабое, сердце старое, сердце нежное. Уже не могу играть в хорроры, как раньше. В средний раз тебе с чем-то помогаю, эгоистичная залупа. Я все слышал, а? Ну и прекрасно, поверить не могу, что ты это сделала, мы ж подохнуть могли. Блин, Лукас разозлился, он прямо не в себе от ярости, но я в честь него серию назову как-нибудь, не знаю, там, уроки английского от Лукаса, блять, в инди-хорроре на Unity, не знаю, потом придумаю. Тут темно, говорит. Я без тебя бы вот правда не заметил, еще когда яркость выкручиваю, такой, блин, что-то слишком ярко, надо потемнее сделать. Спасибо, брат, я твой должник. Советы Лукаса даже полезнее, чем, блядь, советы нахуй скрепочки из Microsoft Word, они, походу, из одного, блядь, яйца вылупились. Один лысый, второй железный даун, который постоянно по экрану стучал. Лукас, мне правда жаль, что все так получилось. Я просто проснулась, я не понимала, что происходит, я напугана, и все так быстро закрутилось. Блять, типичное женское объяснение ситуации. Ну и, в общем, я тебе ногой как бы уебала, чисто так, по приколу. Сперва-наперво нам нужно найти выход из леса, а потом мы поговорим обо всем дома. Окей. Ой, бля, это мой настоящий голос прорвался, сори. Мне это напоминает лес рядом с лагерем в Голгоне, ну, рядом с ним. Да, ты помнишь это? Мне до сих пор ночные кошмары от привидения, которое гуляло по лагерю. Привидение, ой.
У меня аж руки трясутся, можно так не пугать? Только не привидение. Фам! Фам! Не думаешь, что мы переберемся на другую сторону? Хотя подожди-ка. Смотри, если мы сможем тебя спушить... Так, А, он про дерево говорит. Толкнуть дерево, блядь, спушить. Ебать, перевозчик, нахуй. Не по годам. Вот так. Не, ну мы сильные с тобой, братан. Отбей брат за брата. Два ебаната. Тут даже модельку персонажа есть. Я в ахуе, шведы, они делают хоррор на Unity, они делают с душой. Это просто поразительно. Бать, он бедрами двигается. В такт музыке. Нам пиздос, как выбираться нужно отсюда. Братан, базаришь истину. Как тебя еще в Гарвард не пригласили? Я прям так и вижу, как в письме пишут: «Лысый из Forgiven. Спасибо за ваши уроки английского и за вашу охуенную эрудицию. Только благодаря вам и вашей охуительной логике вы и ваша сестра смогли выбраться из леса. Браво, хлоп-хлоп-хлоп, приезжайте учиться». Аккуратно говорит. О, спасибо, спасибо. Он еще и заботится. Видали, какие тактичные персонажи? Ого, у меня квадратные сиськи есть. Какие тактичные персонажи у нас теперь в инди-хоррорах? Заботиться об игроке, а то идешь башку себе полено расшибешь, если Ctrl не нажмешь. Откуда ты знаешь, куда нам идти? Все эти года в лагере, ну ты поняла. По крайней мере, я в чем-то разбираюсь. Как связывать свою сестренку и отвозить ее одну в лес. Да, это он разбирается, это мы уже поняли, спасибо. Бля, мне столько радости перевод не доставлял, я говорю, со времен, блядь, Night in the Woods. Это настолько охуенная игра. Тут посмотрите, как он ходит, тут пиздецки кривая уебищная анимация, но все равно какую-то симпатию эта игра вызывает. Я тетрадку спизданул. Братан, преступления начинаются отсюда. С малого. Сначала тетрадь, потом убийство животных, а потом лесник дядя Алёша стреляет тебе в ебало за браконьерство. Нам нужно отсюда выбираться. Причем срочно. А! Фу, бля, муха в рот залетела. Надо было с закрытым гулять, хотя она и сама это должна знать. Блять, у нее брат любит в похищение играть. Рот не следует открывать. Куда теперь? Темно, как в жопе, я ничего не вижу. Давайте фонариком на лысину, короче, посветим. Она отрикошетит в небо, и там значок Бэтмена. Он прилетит, нас спасет. Бля, я не должен смеяться, это же хоррор. Причем неплохой. Но я не знаю, почему это так забавно. Тут еще анимация у него просто пиздец. Смотрите, как он руки держит. Он будто первый день из качалки вышел такой. Шкафина нахуй, сейчас ебало всем бить пойдет. Но начать решил со зверюшек. А никого тут и нет. Теперь поняла, зачем мы ездили в лагерь отдыхать. Я пойму, когда мы выберемся из леса. Блядь, лысая башка, вы в какой там лагерь-то ездили? В концентрационный, что ли? Или этот? В ГУЛАГ? Что с героями? Я держу фонарик, так что ты первая. Я смотрю, ты тут неплохо устроился, блядь, яичко нахуй, первое. А если я разобьюсь к херам? Умник, бля. Ой, блядь, ой, блядь. Что это такое? Боже, оно воняет. Господи, что... А что это такое? Это мясо с каким-то кунжутом, выглядит вкусно. Хочешь попробовать? Ну ладно. Неженка. Что, река мыши уже пересекали? Ну и что теперь, может назад пойдем? Да, я думаю, погоди, опять погоди. Вон, видишь дерево? Если мы сработаем вместе, то может мы сможем его столкнуть? Господи, Болик, блядь, или Олик с древообрабатывающей промышленности. Смотрите, как мы хорошо работаем. Я пойду первое. Пиздуй. Заботливый Блядь! Мы с ней прям синхронно ругнулись. Тебе нужно идти, найти другой путь. А, я найду другой путь. Лукас, я не могу больше идти вдоль реки. Ёбушки-воробушки, нам-то назад надо идти.
Не, назад тоже уже не получится, я иду сюда. Окей, я вдоль реки, попробую пересечь ее, удачи. Два негричонка пошли валить деревья. Один чуть не утонул. У второго макушка слепит ярче солнце. И как я теперь без него буду тут бегать? Что-то вообще уже не смешно становится. Там какой-то монстр ходит. Чмо болотное, что ты рычишь? Ты помылся, что ли? Вон вокруг тебя мухи летают, смотри. Плесневелый уебок, тебе правда надо помыться? Ладно, ладно, все, ухожу. Я пошутил, все, уезжаю. Тут надо было этот запитать, подъемник, ну или что, это тележка какая-то, которая... Во, давай в водичку, сейчас как раз помоешься, и мухи не будут мешать. А то он, слышите, как уру-ру, заебали жуки, кусают, я говорю, помойся, бля. Вон тебе твой братишка на скрипочке, ти-ти-ти, пока сыграет, ти-ти, пока мыться будешь. Прям вот болотные страсти. Хули он там сидит вообще, он чё, еблан? Там какой-то чмошник болотный бегает, блядь, меня чуть не убил, этот сидит на скрипке, хуярит. Заеби, может, это тоже какой-то монстр? Тут типа на какой-то мифологии, по-моему, северной все основано, ну, весь сюжет игры. Сказочный мир прекрасной любви. Хотя мне в нем все равно ничего не найти. Эх! Во как! Решительно! Я могу тебя унюхать. Да это не от меня воняет, это то болотное чмо меня зафаршмачило, блядь, мне теперь мыться нужно. Ну ты понял, короче. Сука, по-моему, он не поверил в эти сказки. А, это тот горбатый хер из пещеры. Ну так вот, короче, бегу я по болоту, да, там этот демон с мухами летающими, в общем, он меня ударил, и, в общем, поэтому я воняю, а не потому, что я от страха обосрался. Ты понял, короче. Гондон ведь опять не поверит. Блять, Лукас, еблан, я опять обосрался, идиот! Да вижу я этот горбатый хер, кореш мой! А ты меня напугал, я опять опозорился перед ним! Горбатый хер, здорово, ну, в общем, смотри, иду я такой из-за деревьев, Лукас как выскочит, напугает меня и, в общем... Ой-ой. Пора отсюда съебывать, Лукас, блять! Кусь. И нет, ебало. Какого хрена это было? Я не знаю, видел его уже раньше, этот лес, он полон какой-то хуйни. Пора отсюда съебывать. Вот тут ты чертовски прав, братан. Брат за брата, два ебаната, дала ему с ноги, потому что ума палата. Свет от лысины укажет нам путь, Лукас обещал ей вдуть. Ну не здесь же! Включай фонарик, урод! Смотри мне, блять, я сзади пойду, слежу за тобой, и чтоб руки видно было. Чё-то этот лес на Юнити какой-то больше не лес. Три елки поставили и все. Опять он. Блять, бежим! Бежим, Лука, вспоминаем времена бойскаутов. Оп-оп-оп, ножками вперед! Он все ближе к нам, да ладно. Ой, правда. Кстати, он реалистично как-то орёт, прям постарался актер озвучки. Вы только послушайте. Даже у меня так не получается. Просто на срыв голоса орёт, будто на момент записи этих фраз за ним правда монстр гнался. Мне нравится. О нет, Лукас! Мя-мя-мя-мя-мя, Лукас. А его, походу, уже не спасти, его придавило все пиздец. Ну, раздавило, вернее. Полностью. Пожалуйста, сделай это. Сделай это. Я все понял, братан. Я не могу сдержать слез, но, видимо, настал тот момент, когда брат должен добить брата палкой копченого сервелата, ну или камнем проклятым. И я сделал это. Rest in pepperoni. Брато. Помоги мне, как же темно. Ты тоже потеряла брата, милая елочка. Господи, сердце, бля, не выдерживает. А вы спрашиваете, что ты в хорроры не играешь? Тут такая драма. Вон я огонь какой-то, видимо,
Ну или свечку надо поставить сюда. Раз она говорит, что темно. Или она за Лукаса хочет, ну типа за упокой. Умное дерево. Умное дерево. Мои соболезнования. О, ее сиськи. Ну вернее, твои соболезнования. Ну короче, вы поняли. Что касаемо самой игры... Мне понравилось, она реально криповая, с головоломками, с сюжетом, даже несмотря на плохой графоний, все равно понравилось. Всем спасибо за просмотр, счастья вам!